Здорово, Кулемов. А, здорово. Ты че кислый такой? Да ну, с женой поссорились. Она шубу хотела, я ей денег не дал. Машину хочу купить. Ну и ничего, дело семейное. Сегодня поссорились, завтра помиритесь. Помиритесь. Она сказала, будь ты проклят со своей машиной, чтоб тебя всю жизнь начальство вдрючило. И как сглазило, понимаешь? Мне уже майор с подполковником по два дежурства вне очереди выписали. Ни за что! Да ладно. Вот тебе и ладно. Здравия желаю, товарищ капитан! Да вы что, лейтенант Кулемов, с ума сошли? Два наряда вне очереди! Есть два наряда вне очереди. Итога 6. И вот за что? А, вот точно сглазило я тебя. Да быть не может. Ну... Вот а может и не... Здравия желаю, товарищ полковник! Кулемов, что вы себе позволяете? Трое суток ареста! Есть трое суток ареста. Чмо, понимаешь? Ты видела? И самое главное, за что? Что я сделал? Я сам не понимаю. И что самое удивительное, в один и тот же момент я им здравия желаю, а не мне наряд. Я им опять здравия желаю, а не мне два наряда. Я опять здравия желаю, а не мне трое суток ареста. Ну что за... Ну-ка, погоди, погоди. Это что за... Ну-ка, подержи. Во, Верка, ну дает, а? Ну, Верка, придушу гадину, а. Ты лучше шубу купи, а то, не дай бог, генерал с проверкой приедет.